Happy Halloween! А, нет, давайте так, атмосферу создадим. Ну, вот. Другое дело. Интересно, камера сделала так, что, наверное, ничего не поменялось. Хотя, наверное, стало немного темнее. Эф-эф. Собачку можно сделать. Эф-эф. Или как-то так. Эф-эф. И как-то бабочку. А, ладно. За что я не люблю магазин Fix Price, вы примерно знаете. А за что я его люблю? Ну, во-первых, вы тоже знаете, если смотрите мой канал, бывают там и прикольные игрушки, а бывают там еще и всякие разные штуки для оформления праздников. И сегодня Хэллоуин, пугать я вас не буду, не планирую, по крайней мере, сейчас, на момент записи, но показать, что же там продается, потому что, ну, мало где, если честно, продается что-то для Хэллоуина, ни в одном детском магазине, ни в каком торговом центре я что-то ничего не заметил, кроме распродаж, которые будут под Хэллоуин, ничего нигде нет. А вот Fix Price, пожалуйста, даже вывеска большая, мол, у нас товары для Хэллоуина есть. Так что вот так. Для начала создадим атмосферу такой большой-большой штукой. Бабах! Вот она. Напомню, в магазине Fix Price все по одной цене. Сейчас в Москве цены подросли, и по 40 рублей все было, я помню, по 35, по 36, 37, и сейчас бах, по 40. Так что за 40 рублей я все равно считаю, что у них полно всяких прикольных товаров для оформления праздников, ну и игрушки есть иногда забавные. Так вот, мы видим здесь блестящую такую штуку, она двусторонняя, с другой стороны без блестючек и без выпирающих таких буковок, но тоже забавно. Это не наклейка, просто стенд. Можно на двусторонний скотч прилепить или на какую-нибудь веревочку повесить. Вот так положили, и все, уже праздник нам приходит. Дальше немного фигурок, которые тоже присутствуют в этом магазине. Первая фигурка – это скелет с подносом. Такой скелет ужасный, дворецкий. У него есть бабочка, у него есть поднос. Можно что-то положить, какую-нибудь конфетку или свечку, может быть, поставить. И будет весьма забавно. Мы видим, у него ноги такие смешные. Сзади плита, на голове классная шапка. Кстати, многие были скелеты с отломанной шапкой. А-та-та. Магазин Fix Price. Дайте поближе покажу, потому что он весьма неплохо сделан за 40 рублей. Да, я понимаю, что это примитивная покраска, но все же она присутствует. Он не пластиковый, он из гипса, что ли, сделан. Такой скелет. Дворецкий будет охранять нашу табличку. Следующая фигурка из магазина Fix Price – это Каспер полоумная. Привидение. По-моему, он обкурился каких-то мухоморов или не знаю, что с ним делают. Но больше он похож не на привидение, а на какую-то зефирку или на крем, знаете, выдавливают на торт или на пирожное. Вот это, скорее всего, зефирка такая. Но нет, я думаю, что они хотели сделать привидение. Либо это такой очень странный просроченный вариант Чиполлино. Просто луковичка слегка подпортилась. Смотрите, какие все вежливые Fix Price, и у него тоже есть бабочка. Давайте поставим его с этой стороны, и кто же следующий? А следующая это у нас... О, загадочная коробочка. Что же в ней? Написано, копилка Хэллоуин. Копилка Хэллоуин. Можно взять ее с собой, когда вы выпрашиваете конфеты, и если у людей нету конфет, то они могут откупиться от вас деньгами. Положите деньги в эту копилку. Что же здесь? Черная коробочка. Сверху наклейка Magic Cash Box. И ничего больше, кроме... Как же мы туда положим деньги? Все будет вот здесь, вот внутри? Да, да, наверное, это так. Ну что ж, давайте попробуем. Итак, у нас есть двадцаточка. Смотрим в копилку и... Не понял. Эй! Куда ты дел деньги? Они же там внутри. А, ладно, не буду вас обманывать. На самом деле это такая оптическая иллюзия. Мы видим, что здесь на самом деле зеркальце, вот так наискосок приклеено, и она отражает часть вот этого фона, который внизу, и часть черепа. На самом деле, видите, череп, если присмотреться, половинчатый, и объему добавляет его же собственное отражение. Так что
половине этой копилки у нас хранятся деньги. Вот-вот, смотрите, если вам видна полоса даже, где это приклеено. Ну, для тех, кто не знает, может быть, это будет забавно. Так что вот такой череп пожирает ваши деньги. И давайте еще ему чирик закинем. Еще раз смотрим. Даже не видно, как она туда падает. Раз, деньга там, но мы ее не видим. Дальше еще одна фигурка. И это тоже очень вежливый господин, очень, потому что у него есть бабочка. А мы поняли, что у кого есть бабочка, те вежливые. Нет, конечно, но Дракула. Дракула тоже выполнен весьма отлично. За 40-то рублей, посмотрите, покрашен. Все, в принципе, ровненько, все аккуратненько. Все хорошо, у Дракулы есть плащ. И бабочка, зубы торчащие. В общем, Дракула весьма себе такой внушительный. Дракулу поставим посередине, или нет? Давайте вот здесь он будет из угла пытаться напасть и высосать кровь. А это еще одна керамическая штуковина. Там было много керамических штуковин. Смотрите-ка, где-то они закупились. Это магнитка. Ну, вы увидели. Магнитки часто так плохо сзади оформлены. Но это не главное. Мы же куда-то ее можем на холодильник или куда-нибудь еще прилепить. И у нас будет такая вот магнитка на холодильнике. Напоминать о том, что... Наконец-то уберите уже тыкву из холодильника. Она лежит там с прошлого Хэллоуина и примерно с таким же лицом. Тыквы, 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 кругом одни тыквы. Вот еще две тыковки. Но это не просто тыквы, а свечки. И надо быть очень осторожным со свечками, как бы тут пожар не устроить. Но лучше какую-нибудь подставку использовать. Но я быстренько, ненадолго сейчас их поставлю, и пока делаю выпуск. И знаете, нормально, что это тыква, потому что я не люблю, когда делают свечки из каких-нибудь ангелочков, или каких-нибудь зайчиков, мишек, или ребятишек, и у них фитиль торчит из головы, нужно поджечь и смотреть, как милый-милый зайчик плавится, у него капли воска стекают по лицу, по ушам, и он постепенно-постепенно вот так расползается и превращается в ничто. Ну, а тыквы, ничего страшного, кстати, смотрите, она уже тут немножечко у нас оплавилась, ну и правильно, что я подставил ее на эту штуку, потому что иначе бы все бы попало на коврик, а это нельзя, коврик хороший. Ведьма! И да, ее лучше не подносить к свечкам, потому что она вся сделана из какой-то соломы, бумажек, тряпочек, деревяшек, и она вспыхнет в секунду. Поэтому буду держать ее немного в стороне от свечей. И ведьму можно воткнуть куда-нибудь в цветочный горшок, и она будет так вот лететь рядом с вашим фикусом. Ну или что там вы растите. Классная ведьма, очень здорово сделана, тоже 40 рублей, как и все здесь, по 40 рублей. И вот я подумал, здорово, насколько разнородные штуки здесь есть. Магниты, плакаты, свечки, фигурки, какие-то дизайнерские штуковины, которые можно воткнуть в цветочный горшок. Их можно распределить по дому, и будет ощущение Хэллоуина еще больше. Очень здорово. А в этой коробочке безопасный вариант свечек. Электрический светильник. Он уже, по-моему, с батареечкой, да, идет. Его нужно всего лишь включить. И вот он начинает так мерцать. Там мы видим, что есть какие-то изображения призраков. И если абсолютно выключить свет, то можно еще лучше их разглядеть и увидеть, как такая магическая синяя свеча тлеет где-то в комнате. А если их несколько поставить, то вообще будет супер. И следующая штука вот эта вот. Как вы думаете, что это? А теперь... Это такой скелет с болтающимися руками и ногами, мало каши ел, и с огромной головой, в которую спрятан механизм, из которого мы вытягиваем веревку и отпуская... С ужасающим звуком веревка втягивается обратно в голову этого скелета, и это весьма забавно. Какой скелет? Хотел повесить, но нет, некуда, пока просто положу его. Hello, мадам. Рядом с ведьмой. Последний атрибут этого праздника, конечно, самый главный, тот, без которого не обойдется ни один Хэллоуин. Подкова. Конечно, подкова очень нужна на этот праздник. Очень важный атрибут. Нет, конечно же, я шучу. Что же это такое? Сейчас мы отставим немножечко подальше свечки. Потому что эту штуку нельзя спалить. И что же это? Это, если это не подкова, то это... Тыква!
И она намного лучше настоящей, потому что не портится. Нужно немножко расправить. И та-дам! Вот она. Ну, она немножечко у нас заминается, но опять же за 40 рублей не страшно, можно и подправить. Смотрите, какая огромная, просто огроменная тыква. И выглядит здорово, очень хорошо, уже сразу с прорезанными глазами и ртом. Не нужно морочиться и делать из обычной тыквы что-то страшное. А потом еще 2 недели есть этот тыквенный суп, тыквенное варенье или что там еще готовят из этой тыквы. Ну, это еще не все. Я сейчас покажу еще парочку аксессуаров из магазина Fix Price, которыми можно дополнить этот праздник. Эбу! Немножечко вас пуганул. Ну, надеюсь, вы не сильно испугались, не такой уж я и страшный. Даже как-то мило получилось. Это, нет, не кастинг в успешную группу, не думайте. Просто я нарисовал это аквагримом, тоже из магазина Fix Price. Видите, здесь много цветов. Сзади нарисованы еще написанные сочетания цветов. Этот грим не токсичный, легко смывается водой. Можно, в общем, его использовать. Я вот тут нарисовал бороду и подтеки на глазах. И вот эти глаза у меня тоже, которые немного вываливаются из-за этого, такие тут подтеки получились. Ну, вот такой получился выпуск. То есть магазин Fix Price иногда может быть очень полезен, например, для Хэллоуина, Нового года или что-нибудь, как-нибудь оформить какой-нибудь праздник. Это дешево, всякой ерунды ненужной, которую можно будет выкинуть или не жалко будет сломать. Так что, ну так. Удачного вам Хэллоуина и не бойтесь ничего, ребята. Кто там? Здесь кто-то есть? Эй, отзовись. Эй.